Добрый день. Хочу предложить вам китайскую установку производства Сантем. Эта модель называется STD-307. Давайте начнем с кресла. Здесь используется электромеханическое кресло с памятью на три положения. Она оборудование. Артикуляционным подголовником, который можно регулировать в нескольких положений. Так видите, это очень удобно. Рабочий стол этой установки, он же стол врача, оснащен тремя шлангами для подключения пневматических инструментов. А также пистолетом вода-воздух. Вода поступает сюда с системы чистой воды. И перед этим предварительно подогревается, чтобы пациент не испытывал неудобства от холодной воды. Также здесь находится магнитоскоп для просмотра рентгеновских снимков. Столик находится на фотографическом ключе. Двигается в нескольких положениях. Также здесь есть манометр для установки рабочего давления, регуляторы воды. Снизу находятся регуляторы силы воздуха на наконечниках. Ну, и блок управления креслом, точнее всей установкой. Включение света, направление движения кресла. И, соответственно, тремя положениями кресла, которые вы запрограммируете по вашему желанию. Также слив-плевательницы. Наполнение стакана. Светильник светодиодный с сенсорным управлением. С плавной регулировкой модели света. Управляется он жестами. Сила света регулируется от 8000 до 25000 люксов. Также, как мы видим, на кресле есть блок ассистента, который оборудован пылесосом и пылесосом инжекторного типа. Также здесь находится дополнительный пистолет вода-воздух для ассистента. И, соответственно, здесь же находится управление креслом. Мы можем управлять отсюда и можем управлять его со столика врача. Плевательница поворотная, опять же, для удобства пациента. Она стеклянная, гигиеническая, легко моется, не заряется. Также еще находится педаль, которой вы управляете инструментами, или также вы можете управлять креслом, джойстиком, посредством джойстика. Сейчас кресло будет разложено в максимальное положение. Иди туда. Вот видите, максимальное положение раскладки. Во время, когда кресло раскладывается, у него как бы опускается спинка и приподнимаются ноги, опять же, для удобства врача. Дополнительно можно установить второй подлокотник с этой стороны. Также в эту установку возможно монтирование дополнительных инструментов. Достаточно специальное гнездо. Сюда можно поставить или встраиваемый скейлер, ну и по вашему желанию, или четвертый инструмент рабочий. Также сюда можно устроить светодиодную лампу. Ну, как видите, установка довольно функциональная и довольно симпатичная. При этом очень высокая надежность. Все. А вот теперь мы перейдем к другой модели того же производителя. Это более бюджетная установка. Называется она STD-303. Как видите, это установка с верхней подачей инструментов. Здесь то же самое. Три шланга для подключения пневматического инструмента, пистолет, вода, воздух. Также управление креслом. Также, как вы видите, на этой установке, на столе врача, есть кнопки управления креслом. Позволяющие врачу выбрать удобное положение для пациента.
Здесь также находится негатоскоп. И также предусмотрено подключение дополнительного инструмента. Инструменты при подаче воздуха фиксируются в том положении, в котором удобно врачу. Также патографическое плечо, которое вы можете опускать столик, поднимать, приближать, удалять, так, как вам хочется. Светильник здесь галогеновый, на два положения яркости. Тоже бестеневой, и яркость меняется довольно ощутимо. Обивка кресла гигиеническая, легко протираемая, не засоряет. Ну, как бы объяснить, антиспидовая конструкция, как называется, чтобы не было нигде засорений, все это смывалось. Также здесь артикуляционный подголовник, немножко другой конструкции. Тоже можно принимать любое положение. Опять же, удобные, чтобы пациент чувствовал себя комфортно. Тоже блок ассистента. Тот же самый пистолет, вода, воздух, слюноотсос, пылесос эжекторного типа. Тоже, также здесь есть управление креслом. Это при работе с ассистентом очень удобно. Наполнение стакана, смыв плевательницы. Все это управляется с блока ассистента. Плевательница тоже поворотная, гигиеническая, легко промываемая. Не засоряется. Система наполнения стакана. Также система чистой воды, предусмотренной установки, которая подается на рабочие инструменты и подается на пистолет, на блоки врача, для того, чтобы, опять же, не было болевых ощущений пациента при использовании холодной воды.